Привет, это канал Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами посмотрим новинки 4-го каталога. Серию противопадения волос HX Fall Defense. Также посмотрим массажер для головы. Парфюмерный спрей Love Potion Blossom Kiss. Поговорим о сыворотке для ногтей The One Expert. И обсудим парфюмерный спрей для тела Nors for Men Intense. Все это вы увидите в этом видео. Если вам все это интересно, то поехали. Серия противопадения волос уже была в каталоге Oriflame. И данная версия этой серии считается обновлением, но не ребрендингом. Потому что я достала состав из недр интернета прошлого шампуня из этой серии. Я составила таблицу, которую вы сейчас видите на экране. Я ее тщательно проанализировала и сделала выводы, что это абсолютно другое средство. В этой таблице вы можете видеть, что очень много компонентов убрали из формулы этой серии. Мы потеряли эхиноцею, мы потеряли кофеин, которые были заявлены в прошлой линейке противопадения волос, а приобрели мы ниацинамид и соль гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота бывает высокомолекулярная и низкомолекулярная. Здесь не сама гиалуроновая кислота, а соль, но благодаря тому, что у нее низкомолекулярный состав, она очень глубоко может проникать внутрь волоса. Она также, как гиалуроновая кислота, связывает воду, поэтому тоже имеет увлажняющие свойства. Но дополнительно проявляет очень большую стойкость в косметических продуктах, чем сама гиалуроновая кислота. И мы можем видеть вот эту соль гиалуроновой кислоты в самом конце списка, но это не значит, что ее там очень мало и это плохо, потому что гиалуроновой кислоты ее и должно быть мало. Если ее будет много в составе продукта, то этот продукт будет очень липким, он будет оставлять пленку, утяжелять волосы, либо если это, например, средство для лица с гиалуроновой кислотой, то это будет липкий гель. Нам этого не надо. Нам нужно просто, чтобы у средства были увлажняющие свойства. И у этой линейки благодаря вот гиалуроновой кислоте появляются увлажняющие свойства. Но если вы любите кофеин, если вам нравилась эхиноцея, то в новой линейке этого нет. В новой линейке заявлена технология на основе морского планктона, которая будет уменьшать выпадение волос, стимулировать рост и повышать плотность тонких и редеющих волос. Но этот самый морской планктон, он был и в прошлой коллекции. Также здесь есть комплекс фитонутриентов с протеинами сои, жирными кислотами, который будет поддерживать здоровье волос. Этот же комплекс, те же самые ингредиенты были в прошлой линейке, в составе, в таблице. Вы можете это видеть, и также в этой линейке тоже присутствует. То есть комплекс фитонутриентов остался тем же самым. Я сравнила только шампунь. Я думаю, что со всеми остальными средствами та же самая история. Мы теряем кофеин с эхиноцеей, но мы приобретаем ниацинамид и мы приобретаем гиалуроновую вот эту соль. А хорошо это для вас или плохо, каждый решает сам для себя. Давайте разберем каждое средство. Шампунь против выпадения волос. Fall Defense – это защита от выпадения. В шампуне у нас 250 мл. Он закрыт защитной пломбой. И производство этого шампуня Россия. Я протестировала сегодня всю серию. Прошлой серии я вообще не могла пользоваться, потому что она просто безумно как-то жирнила и утяжеляла мои волосы. Когда я нанесла первый раз этот шампунь, я почувствовала, что он плохо промывает волосы. Он очень густой. По сравнению с другими линейками, я пользуюсь из-за линейки HX увлажняющим шампунем и шампунем для тонких волос. Ну, для объема вот этот фиолетовый шампунь, он вообще прям безумно легкий, волосы пышные, объемные, увлажняющий он чуть потяжелее, но вот этот, он раза в 3 тяжелее, чем увлажняющий. Я подумала, ну окей, я же тестирую, я же не использую его там постоянно, каждый день, надо помыть голову, что? Второй раз, правильно. Я нанесла второй раз, и тут я почувствовала, что волосы, они как будто стали более густыми, когда вот я промывала голову, что не значит, что у них появляется объем, то есть волосы просто под руками становятся более плотными. Но это шампунь. Его вообще такая функция – это очищать волосы. В принципе, он ничего особенного не должен нести, кроме очищения волос. Ну и плюс, все-таки он подгружает немного волосы. Благодаря этому они кажутся более плотными. Да? Не объемными, а именно более плотными. Я не пользуюсь кондиционерами, кроме Beautynicals. Это единственный кондиционер, которым я могу пользоваться. Но ради теста я нанесла потом
кондиционера из вот этой линейки Fall Defense. В этом кондиционере у нас 200 мл, его страна изготовления также Россия. Его уже состав я не анализировала, но я предполагаю, что мы встретим ту же самую историю с формулой. И я нанесла кондиционер на волосы. Как правильно мыть волосы? Вы вспениваете шампунь в руках, не на голове. То есть вспенили, нанесли на волосы, промассировали, не надо тереть и делать из волос мочалку, промассировали и смыли водой. Когда вы смываете водой, шампунь, вот эта пена нальется по волосам, она активная, и она очищает волосы. 2, может быть, 3 раза я вот так делаю, пока я не чувствую, что шампунь очень хорошо начинает пениться, значит, я промыла волосы. Потом наносим мы кондиционер от я наношу ушей, я на корни никогда не наношу. Но у меня в душе всегда есть расческа с частыми зубьями, ну такой гребень. И я, когда у меня волосы с кондиционером, прочесываю. И когда я прочесываю волосы Бьютоникл с кондиционера, они прочесываются просто идеально. Волосы мокрые в кондиционере, они очень хорошо прочесываются. И потом, когда я смываю кондиционер, волосы очень легко расчесываются после того, как я их промокну полотенцем. Если я этого не делаю, то потом я смываю кондиционер, и уже волосы расчесываются гораздо сложнее. Поэтому я беру и прочесываю. Но вот с этим кондиционером у меня прочесать волосы не получилось. Я не знаю, что у него в составе, но я пробовала прочесать волосы, и я не почувствовала эффект разглаживания. Может быть, вот этот эффект укрепления волос, я знаю, что средства, которые помогают восстановить волосы, которые укрепляют волосы, они более густые, они более тяжелые, ну, не все, но в основной своей массе, и они из-за этого, возможно, и не так сильно распутывают волосы. Но, в общем-то, я не ощутила такой вот, вот прямо эффекта мягкости от этого кондиционера, но потом, когда я вышла из ванны, я промокнула волосы полотенцем, я уже привыкла, что они у меня уже гладкие, когда я выхожу из ванны, я наношу обычно масло Элио, которое вот прям идеально завершает и придает вот моим волосам сияние всегда. Мне вот очень удобно таким образом пользоваться средствами для волос, но здесь у меня был эксперимент, поэтому я нанесла средство против выпадения волос. И здесь у нас 2 средства, очень важно понимать, как ими правильно пользоваться. Есть средство вот такое, которое со спреем, это несмываемый уход, в нем 150 мл и наносится оно как раз на волосы. Позиционируется это средство как средство для уплотнения волос, которое делает их более густыми, но я еще раз подчеркну, но не объемными, потому что я что ни старалась феном, я всегда укладываюсь круглой расческой, поднимаю волосы от корней, я оставляю прямые волосы, но от корней я их приподнимаю, чтобы хорошо смотрелась укладка. Вот после вот этой серии использования у меня все волосы, они как будто вот прижаты к корням, и объем мне было сделать очень тяжело, когда я укладываю волосы феном. Поэтому имейте в виду, что это средство, оно сделает ваши волосы более плотными, но вы, возможно, можете потерять в объеме. Но мы с вами что делаем? Мы сражаемся за состояние наших волос и за то, чтобы наши волосы не выпадали и были более плотными, более здоровыми, чтобы сохранить нашу шевелюру. Поэтому я не пользовалась длительное время, но, возможно, в этом плане вот эта серия будет хорошо работать. По эффекту мне показалось, что вот это средство похоже на, не помню точно, как называется, тоже спрей несмываемый в увлажняющей линейке. Как будто волосы скрипят после этого средства. Когда я наношу, например, масло Элио, либо сиси-крем, я привыкла, что мои волосы мягкие и гладкие, они хорошо расчесываются. Здесь другая история совсем. Волосы, они как будто скрипучие, как будто промытые, и как будто очень они жесткие, да, жесткие и плотные.
вот, наверное, эта серия придает вот такой вот эффект. И есть еще одно средство, мне кажется, что это средство вот ключевое вообще в этой линейке, это тоник против выпадения волос. Его рекомендуют наносить дважды в день на кожу головы. Он именно для стимуляции роста волос от корней. Смотрите, здесь специальный носик. Вы никогда не перепутаете вот этот тоник, он хоть и меньше по объему, в нем всего уже 100 мл. У нас идет по уменьшению объем. И здесь в этом тонике, вот здесь спрей, распылитель в средстве, который наносится на волосы, а на корни, на кожу головы не надо поливать вот этим тоником волосы. Это совершенно не нужно. И я думаю, что вот это средство, я не пробовала, но я думаю, что это средство будет вообще прям капитально утяжелять волосы, потому что, ну, у вот этих тоников для кожи головы, у них вот есть такой эффект, но я не пробовала. Это вот мое предположение. Здесь есть носик и фиксатор. Вы благодаря этому фиксатору можете перемещать это средство, брать его с собой в дорогу, например, если вы планируете где-то побороться против выпадения волос, где-то в командировке или в отпуске, снимаете фиксатор. Он удобный, чтобы этот носик сам произвольно не нажимался где-то у вас в сумке. И носик, девочки, носик, это значит, засунули его в пробор, в корни и прямо на кожу, не на волосы. И уже нажали по коже головы. Средства вот с таким вот носиком очень хорошо распределяются. Очень хорошо. Вам достаточно, ну, может быть, в 4 сектора, да, разделить условно вашу волосяную часть головы на 4 сектора. В одной, да, части, во второй, в третьей и в четвертой. Брызнули на кожу и помассировали. Вот помассировали. И вот из-за того, что вы пальцами вот так массируете, вот это все средство распределяется по коже головы и начинает работать. Я надеюсь, что начинает и что эта серия поможет вам, если вы в поисках именно восстановления волос. В прошлой серии я вообще не могла пользоваться, потому что она была безумно тяжелая. И эта серия мне понравилась. Возможно, какую-то часть ингредиентов из этой серии убрали, и благодаря этому она стала более легкой. Возможно, эксперты Oriflame из официальных источников еще дадут какую-то информацию, может быть, более подробную, потому что меня всегда интересует именно состав, что изменили, как поменялась серия, и мы сможем узнать об этой серии больше. Ну а вам пока мои первые впечатления и мой первый анализ. Дальше в этой линейке есть массажер для кожи головы, который приходит в целлофанчике. Это не индивидуальная упаковка, здесь просто целлофан, который мы открываем и достаем массажер. Такие массажеры уже были в Oriflame, у меня такой есть, и я думаю, что хорошо, что в Oriflame вот такие вот аксессуары выпускаются, потому что вот когда их нету долго, их очень сильно не хватает. Массажеров для тела, например, еще они вечные, просто вечные. У меня этот массажер уже много-много лет, с ним вообще ничего не случается. И этот массажер сейчас идет по акции, возможно, он будет ограниченным выпуском, поэтому имейте в виду, если вы хотите дополнительно стимулировать кожу головы, кровообращение, то обратите внимание на этот аксессуар. Он очень приятный, минималистичный стиль, никаких ярких красок, как, собственно, и в самой линейке. Здесь очень удобная ручка. Вы можете брать вот таким образом пальцами этот массажер. Здесь вот дополнительная защита, но, в принципе, она вам не нужна будет. Вот можно вот так брать, но удобнее всего просовывать массажер между пальцами. Это просто мега удобно. И вы вставляете вот эти зубчики в кожу головы и массируете кожу головы. И это, кроме того, что полезно, еще и очень приятно. Сейчас я вам на руке покажу, насколько резко краснеет кожа, как сильно улучшается кровообращение. Вы можете видеть сейчас на экране это. У массажера мягкие резиновые зубчики, они очень гладкие, они не царапают кожу, но при этом стимулируют микроциркуляцию и в том числе помогут уменьшать выпадение волос. Можно использовать и лучше всего вот вместе с этим тоником использовать вот этот массажер. То есть, как я вам сказала, нанесли на
4 стороны и промассировали массажером. Я массирую, и мне уже становится приятно. Это на самом деле безумно приятная процедура. Размеры этого массажера 9 на 8 на 7 сантиметров. Он совершенно небольшой, и в каталоге написано также, что он подходит для влажного и сухого расчесывания. Возможно, его можно даже использовать как расческу. Слушайте, а вот я расчесываюсь в душе бальзамы гребнем с редкими зубчиками, а возможно, можно вот этот массажер положить, и кроме того, что массаж делать, еще и расчесывать кондиционер в душе, потому что он такой, ну, как бы водонепроницаемый, и, в общем, классная штучка, если у вас нет, обязательно обзаведитесь. Давайте обсудим следующую новинку. Это парфюмерный спрей для тела Love Potion Blossom Kiss. Все парфюмерные продукты линейки Love Potion, они с нотами натуральных афродизиаков. Они созданы специально для соблазнительниц, чтобы мы могли очаровать мужчину, и он сделал все, что мы пожелаем. Давайте рассмотрим этот парфюмерный спрей. Он приходит в целлофанчике. Мне почему-то очень нравится вот такой принт, когда какие-то странные разбросы краски, я не знаю, как это правильно называется, на упаковке. И на белом фоне вот такая вот розовая краска, это смотрится очень эстетично, на мой взгляд, как вы считаете? Давайте откроем вот эту картонную коробочку и достанем сам парфюмерный спрей. Он выполнен в традициях Love Potion. У меня есть такой спрей Love Potion Soul Tempting, но там прям чистый мед, фиолетовая такая баночка, и я использую вот прям крайне редко. Это настолько чувственный аромат, он настолько десертный, сладкий, это прям медовый мед. Здесь нам обещают немного другое направление ароматов, но от этого оно не становится чувственным, глубоким, соблазняющим, восточным, потому что, ну, это все-таки Love Potion, что еще от него ожидать. Очень минималистичная упаковка. Мне нравится, что в Oriflame сейчас пошли по упрощению упаковок. Убирают вот эту всю золотой металл. Это вот, знаете, какая-то, наверное, социальная ответственность и какая-то экологичность в этом. Ну, это мое мнение. Может, я люблю компанию, поэтому мне так кажется. Но, тем не менее, мне приятно вот такая упаковка и приятно ей пользоваться. Так, снимаем черный колпачок и давайте тестировать вот этот вот сад. Поцелуи в саду. Мне этот аромат что-то очень сильно напоминает. Ну, прям очень сильно напоминает. Возможно, был в Oriflame когда-то такой парфюм. Но это, конечно, сладкая сладость. Это однозначно очень сладкий аромат. Сейчас я его протестирую поближе. Чуть-чуть. Ой, здесь уже прямо есть спирт. Сейчас он выветрится немного. И давайте тестировать. Это фрукты. Это цветов здесь очень мало, но есть цветок очень нежный какой-то, я его прям чувствую. Вы всегда, когда я делаю вам обзоры парфюмов, вы мне всегда говорите, расскажи свои ощущения, но у нас у каждого, абсолютно у каждого от парфюмов разные ощущения, поэтому я стараюсь вам вот дать официальную информацию, а вы уже составите свои какие-то впечатления. Но здесь, слушайте, ну вот прям вот очень сильно напоминает. На Soul Tempting вообще не похож, на другие Love Potion вообще не похож, он легче. Вот на мой взгляд, этот парфюм, он сильно легче. Тип аромата у нас восточный, ванильный и фруктовый. Да, десерт, да, ваниль. Знаете, на что похож? На Happy Desiac он похож. Он похож на Happy Desiac. Это вот это направление Happy Desiac, и была водичка Delicacy, если вы ее помните. Поэтому мне вот очень приятен этот аромат, этот запах, прямо такая нежная конфетка. Delicacy, кто помнит, это французский, по-моему, французский десерт, безумно там изысканный. И вот здесь какие-то вот такие же впечатления. Ноты этого аромата, в верхних нотах здесь спелый сочный инжир. Эти ноты создают мечтательную, страстную атмосферу. И они солируют в аромате, создавая притягательную, мягкую, живую ауру. В сердце расцветает лилия, вот этот самый нежный цвет.
цветок, который я почувствовала. Лилия – это вообще считается королевский цветок. Это любимый цветок французских королей. И благоухание лилии, оно сладковатое, нежное, утонченное, отличается приятным звучанием и окутывающим тонким флером чувственности и волшебства. Ну а в базе десертная бархатистая ваниль. Мы ее будем угадывать в шлейфе, и она очень хорошо дополняет цветочный аккорд. Ароматы с пряной нотой ванили – это всегда хорошее настроение, уверенность в собственной неотразимости и возможность раскрепоститься. Вот этот Blossom Kiss – это точно деликаси. Я вот чем сильнее дальше вспоминаю этот аромат, тем больше я провожу вот этих вот парфюмерных связей и аналогий. Приятная водичка. Обычно у парфюмерных спреев стойкость где-то 2-3 часа, но я думаю, столько он и будет держаться, вот создавать вот эту вот приятную ауру. Философия аромата. Вместе с парфюмом Blossom Kiss мы закрываем глаза и ощущаем, как наступает время поцелуя. Нежного, сочного и сладкого. Вот такой вот запуск приготовила для нас компания Oriflame. Но есть еще пара новинок в сегодняшнем моем обзоре. Давайте перейдем к чему-то более практичному. Мы уже укрепили волосы. Весна, время укреплять не только волосы, но и что идет всегда в паре? Ногти. И Oriflame нам представляет сыворотку для укрепления ногтей. Она здорово поможет девушкам, у которых тусклые, сухие ногти, ногти, которые сложно вырастить. Здесь есть эффективные ингредиенты, которые активно работают и помогают вырасти вашим ногтям. Сыворотка имеет легкую нелипкую текстуру с прекрасным виноградным ароматом, и она легко очень впитывается. В составе мы находим кератиновый комплекс, который предназначен для роста ногтей и придания здорового вида, экстракт винограда, который богат питательными веществами, помогает оживить тусклые ногти и улучшить их качество, и глицерин, обладающий исключительно увлажняющими свойствами. Глицерин поможет удержать влагу в ногтях, повысит их эластичность, благодаря чему ногти будут меньше ломаться. Но это известно, что чем более гибкие, эластичные ногти, тем меньше они у вас слоятся и ломаются. И также есть микрокапсулы, которые обогащены витамином С и Е, и они тоже обладают дополнительными ухаживающими свойствами и бодрящими свойствами для ваших ногтей, как заявляет Oriflame. Открываем мы флакончик, и на кисточке есть немного сыворотки. Мы наносим на кутикулу. Сейчас у меня накрашены ногти, поэтому я не могу использовать ее в полной мере. Вы снимаете лак. Я обычно пользуюсь такими средствами, когда удаляю полностью лак. Между нанесением, между тем, как я сняла прошлый лак и еще не нанесла следующий, я всегда наношу что-то ухаживающее, типа вот такой сыворотки. Наносите на кутикулу и наносите на сам ноготь. И ваши ногти становятся более здоровыми с таким вот новым продуктом от Oriflame. И в этом каталоге в Oriflame позаботились не только о девочках, но и о мальчиках. Выпустили для мальчиков тоже парфюмерный спрей, правда, он заявлен в каталоге как обновленная версия. Это парфюмерный спрей для тела Nors for Men Intense, восточный фужерный аромат, легкой концентрации, так же как и женский, и основные ноты здесь ананас, лаванда и тисовое дерево. Давайте протестируем. Очень приятный аромат. Очень. В нем нет какой-то грубой мужественности и нету энергетического задора. Здесь какой-то очень свежий. Он хотя заявлен вот как восточный этот спрей, но я прямо чувствую свежесть. Ну хотя ананас у нас, лаванда. Ну лаванда, она, конечно, более приглушенная, хотя опять же смотря какая. Наверное, вот этот ананас, он дает вот эту прям хрусткость какую-то парфюму, но при этом это не, знаете, такие не спортивные бодрящие спреи, вот, которые тоже есть в этой же линейке парфюмерных спреев, а это просто свежесть. От вас будет пахнуть, дорогие мальчики, чистотой вместе вот с этим парфюмерным спреем. Им очень удобно пользоваться после тренировок. Здесь рифленые поверхности у этого спрея, благодаря чему он не будет выскальзывать из рук. Также в нем 100 мл и очень-очень плотно. Прям специально для мальчиков делали крышечку, очень плотно захлопывающаяся крышечка. Он не будет открываться у вас в спортивной сумки, разливаться, несмотря даже на то, что
что вот этот сам распылитель, он снимается. По сути, можете даже потом что-то сюда еще залить, но я думаю, зачем заливать, когда можно купить еще один спрей понравившегося вам аромата. Вот такие были новинки каталога номер 4. Если вам был интересен и полезен мой обзор, ставьте лайк под этим видео и пишите в комментариях, как вам новые продукты. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет, если вы еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть видео на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!